Ну а в целом, конечно, понравилось. Положительные эмоции. Где-то немножко вытащить из себя рисунки, тоже о чем ты думаешь. Всегда интересно, всегда правильно, мне кажется. Я нарисовал мини-футбольное поле под цвет нашей замечательной страны, России. Футбольный мячик, планета, потому что хочется, чтобы все это объединялось на международном уровне. И все во всем мире любили этот вид спорта. Да я вообще во все акции готов вписаться. Мне это нравится, я считаю это очень правильно. Главное, что это помогает людям. Безусловно, это правое дело. Нашим болельщикам я бы хотел пожелать в первую очередь счастья и добра. И чтобы они с этим счастьем и добром всегда приходили на наши матчи, поддерживали нас. А мы, в свою очередь, будем стараться радовать их своими голами, игрой и положительными эмоциями.